В Чегеме завершается благоустройство территории детского сада «Ручеек». Он открылся этой осенью на базе бывшей прогимназии. На строительные и ремонтные работы было выделено около 5 миллионов рублей из бюджета разных уровней. Здание заметно преобразилось. Поменяли окна, двери, электропроводку и отопительную систему. Нами также был отремонтирован пищеблок учреждения, приобретена бытовая техника. Там тоже была замена старых окон, обновление стеновых панелей, точно так же и замена напольного покрытия. В результате открыто 5 дополнительных групп на 185 человек. Всего детсад сейчас посещают 320 малышей. Как отметили в местном управлении образования, вопрос нехватки дошкольных мест в Чегемском районе намерены полностью решить уже в следующем году. Создаются дополнительные дошкольные места при существующих образовательных учреждениях. И в планах на 2015 год мы очень рассчитываем на строительство дошкольного учреждения в городском поселении Чегем в новом микрорайоне на 250-300 мест.